Сегодня в программе «Доказательство вины». Как школьницу похитили из гимназии? После этого девочку никто не видел. И кто оценил ее жизнь в несколько миллионов? Меня, конечно, ударило холодным потом. Преступление, от которого содрогнулся город. Неужели это сделала прилежная студентка и молодая мама? Нигде здесь не было найдено ни одной капли крови потерпевшей. Зачем подозреваемую одели в бронежилет? Одни верят в ее невиновность. Просто не может она вот поднять руку на ребенка, имея своего малюсенького. Другие жалеют, что нет смертной казни. Меня не удовлетворит ни одно решение суда. Чью сторону займут присяжные? Все дело сфабриковано, меня пытали. Доказательство вины. Последний урок. 6 сентября, 15:30, конец урока в гимназии. 11-летние пятиклашки Эльнари впервые разрешают стать взрослой. Ее никто не встречает возле школы, не провожает домой. Для девочки это очень важный день. Однако остальные не заметили, как она ушла из гимназии. Позже горожане будут недоумевать, как посреди дня в центре Саратова могло произойти такое. В этой истории вообще много удивительного. Того, что вызывает споры и сомнения, и сегодня, спустя 9 месяцев. То сентябрьское утро в семье Ягудиных начиналось, как всегда. В 8 утра 11-летняя Эльнара Ягудина ушла на занятия в татарскую национальную гимназию. Она несколько раз звонила родителям во время перемен. Так у них в семье заведено. По-моему, 11:15 было. Позвонила, очень такая прям веселая. Мама говорит, у меня так все хорошо, мне сейчас хорошую оценку поставили. До этого учебного года родители забирали Эльнару после уроков на машине. Теперь, когда ей исполнилось 11, девочка чувствовала себя вполне взрослой. Она как бы просила, говорит, мама говорит, ну я уже как бы хочу с подругами приходить домой, и пока еще не холодно, можно я буду сама отбираться. Последний урок закончился в 3. Дома Эльнара должна была появиться через полчаса. Алия вернулась с работы в 6 вечера, но дочери не было. Она ей стала сразу на ее телефон звонить, на ее номер. Телефон отключен. На всякий случай Алия позвонила подругам дочери, но интуиция уже подсказывала, что ребенка-то нет. Конечно, была надежда, что вот-вот... Сейчас вот сын поехал искать ее по городу, ну там много магазинов, и девочка как бы уже подрастала, она стала интересоваться какими-то модными вещами. Нет, они с друзьями, то есть все там, можно сказать, прочесали, если так можно выразиться. Ее нигде не было. Еще через 15 минут мать девочки приехала в гимназию. Вечером там было безлюдно, только охранники. Их слова картины не прояснили. Они ответили то, что девочка ушла домой. После этого девочку никто не видел. Родители Эльнары обратились в полицию. Здесь сразу же оценили серьезность ситуации. Началась полномасштабная операция. Начали допрашиваться все сотрудники Национальной татарской гимназии, где училась девочка, в том числе и классные руководители, и сторожа, и гардеробщицы, и директор сам школы. Этот опрос результатов не дал. Они говорили, что девочка ушла. С кем она ушла и как ушла, никто ничего не мог выяснить. А вот современные средства наблюдения себя оправдали. Благодаря этим камерам стало понятно, девочка ушла не одна. Ее встретила женщина, то есть она ожидала ее около входа в школу. Встретила женщину невысокого роста, плотного телосложения, в платке, в брюках, в куртке. Лица, к сожалению, далеко было, не разглядела я. Что это была за женщина? Куда она увезла Эльнару? И главное, зачем? Ответ на один из этих вопросов у отца девочки появился почти сразу. Он был буквально под рукой, в его телефоне. Меня спросили, во сколько она вам звонила? Я начал телефон свой беру и гляжу, там несколько смс. Одно из этих сообщений пришло с номера его дочери, но писала не она.
Это Ильдар понял мгновенно. Неграмотно было все это написано. То, что это ошибок там много было. И что-то так, знаете, ну, текст там примерно был такой, то, что похитили того ребенка, выкуп должен заплатить 3,5 миллиона, что дома везде у тебя стоит прослушка. В случае, если обратишься к ментам, то больше своей дочки не увидишь. Киднеппинг или похищение детей в России далеко не самый распространенный вид преступления. Вряд ли Ильдар рассчитывал, что когда-нибудь столкнется с этим. У его дочери не было охраны. Мне, конечно, ударило холодным потом. Я аж прям, конечно, не поверил, что это может быть со мной. Почему? Потому что у меня ни врагов, никого там. СМС-сообщение с требованием выкупа оказалось единственным. Это было странно. Может быть, похитители одумались? Родителям пришлось ждать ответа всю ночь. Ильнара – младший ребенок супругов Ягудиных. Смешливая девчонка, любимица отца. Она была, на самом деле, принцесса в этой семье. Когда родилась Ильнара, это была вообще радость праздника в семье. Вот, она для них была, ну, просто воздухом. Эта семья хорошо известна в Саратове. Ягудины состоятельны, по местным меркам, пожалуй, даже богаты. Владеют прибыльным бизнесом. В собственности Ильдара Ягудина – ресторан, ночной клуб, автосервис, несколько магазинов. Просторный дом, дорогие машины, ну и, конечно, все остальные атрибуты роскоши. Впрочем, все это состояние и положение в обществе не испортило любимицу семьи Ильнару. Так говорят друзья Ягудиных. Очень умная девочка, ее родители в строгости держали, как бы, но в то же время баловали ее. В отличие от многих отпрысков современных богачей, дочь бизнесмена училась в родном городе. Национальная гимназия – престижное заведение, но ведь только по местным меркам. И в ней Ильнара Ягудина была просто одной из учениц 5 Б. Девочка вместе со всем своим классом увлеченно участвует в состязаниях. А вот, немного смущаясь, рассказывает о себе. Спортом увлекаешься? Да, да. Каким? Я плавать люблю. А? У меня дом есть бассейн, я там плаваю. Кем хотел бы быть? Я актрисой. Ильнара подражает одной из эстрадных звезд. В общем, обычная 11-летняя девчонка. Теперь кто-то потребовал 3,5 миллиона рублей за ее жизнь. Если нужно, конечно, я бы там, может, за несколько дней все это там, ну, по родственникам, по друзьям, там все как бы собрал, эту сумму, если это нужно было. Ну, я был готов на все, лишь бы, чтобы своего ребенка возвратить обратно домой. Так кто же увел Ильнару из гимназии? Наверняка кто-то знакомый. Ребенок пошел с женщиной в платке без всякого страха. Записи с камер видеонаблюдения по очереди просмотрели все. Сыщики, охрана, родители, работники учебного заведения. Гардеробщица, она уже долгое время работает в данной школе. И она увидела, ну, сотрудники полиции спросили у нее, кто это такая, может, знаете, нет. Он говорит, да это наша бывшая ученица Мизинова Кадрия Владимировна. Мы у гимназии. Сейчас с журналистами здесь ни по телефону, ни тем более лично общаться не хотят. С трудом нам удается разговорить ту самую гардеробщицу. Ну как ее узнали? Расскажите. По одежде она же приходила, да, примерно. И сразу же узнали. В тот момент наверняка многие вздохнули с облегчением. Все не так уж страшно, ведь опасались, что девочку похитили бандиты, а тут выпускница гимназии Кадрия Мизинова. Ее здесь часто видели и знали, она совсем недавно стала мамой. Лично я с ней знакома не была никогда, но ее племянница училась с Ильнарочкой в одном классе, и она присутствовала на многих школьных праздниках, мероприятиях, то есть зрительно я ее знала. Неужели она способна сделать знакомой девочке что-то плохое? Так размышляли многие.
Но реальность может оказаться куда более жестокой, чем все предположения. Далее в программе «Доказательства вины». Хотелось просто разорвать этого человека. Что случилось в этом доме? На первом этаже были обнаружены следы крови. И почему родителям девочки запретили здесь появляться? Вам ни в коем случае нельзя туда ехать. Что скажет адвокат в защиту молодой матери? Версия следствия опровергается уже простым осмотром обстановки на этой кухне. И почему столько людей верит в ее невиновность? Просто не может она вот поднять руку на ребенка, имея своего малюсенького. Доказательство вины. Последний урок. Смотрите далее на канале ТВ-центр. Агрогиллер. Революция в борьбе с борщевиком. Мизим. Для желудка незаменим. Ты слышишь? Это мой ребенок! Ты думаешь, если ты родишь ему ребенка, он к тебе вернется? Отвечай! Отвечай, я сказала! Зверобой. Сестра, стой, что ты делаешь? Сегодня. Якобс Монарх приглашает на День друзей. Любимый кофе, веселые игры, творческие мастер-классы, яркие развлечения и концерт группы «Город 312». День друзей с Якобс Монарх в твоем городе. Подробности на jakobs-monarch.ru. Здоровье семьи начинается с чистых рук. Поэтому Дитол разработал сенсорную систему No Touch. Она автоматически дозирует антибактериальное жидкое мыло Дитол, убивающее 99,9% бактерий, в том числе кишечную палочку и золотистый стафилококк. С Дитол здоровье в ваших руках. Спрашивайте в аптеках и магазинах. Инновационный бальзам маска от Dove. Уникальное сочетание бальзама-ополаскивателя и ультралегких масел, чтобы дать вашим волосам в 3 раза больше питания. Бальзам «Маска Дав» – питающий уход. Подружитесь со своими волосами. Инновация от Фа. Невероятно нежный гель для душа Фа Нутрискин. С 7 ухаживающими компонентами. Твоя кожа соблазнительнее любого платья. Испытай фантастическое наслаждение с Фа Нутрискин. Даже после любимой еды может появиться изжога. Примите «Гивискон». Он помогает быстро устранить изжогу и формирует уникальный защитный слой, избавляя вас от чувства дискомфорта. Вот поэтому я принимаю Гивискон. Гивискон. Быстрое избавление от изжоги. Телефон, ключи и, конечно, Гивискон. Новая упаковка Гивискон настолько компактна, что ее можно взять с собой куда угодно. Для этого бутерброда возьмем Хохланд. Треугольнички Маздам с ореховым вкусом. И встречай бутерброд. Теплоход! Это фантастика. Яркие моменты с Хохланд. Если аллергия делает жизнь невыносимой и отрывает от всего, что любимо, всего одна таблетка Ламилана помогает быстро избавиться от симптомов аллергии и вернуть жизни ее нормальный ход. Ламилан. Возвращайтесь к нормальной жизни без аллергии. Собираешься на чемпионат по футболу? С Мегафоном ты можешь вести собственные трансляции с Евро-2012. Так просто делиться впечатлениями с теми, кто остался дома. Для комфортного общения в Европе есть роуминг от Мегафона. Мегафон. Что такое новый Пентелгин? Это... 4. 12. 24. 4. 12. 24. Это 3 разные упаковки с собой на работу для дома. Новый Пенталгин против боли, где бы она ни застала. Отпускается без рецепта. Сложные ситуации на самом деле могут быть гораздо проще, если рядом есть тот, кто поддержит в трудную минуту. Когда все сложное просто. Альянс. Новое имя Росна. Фастум-гель – универсальный препарат, созданный для избавления от боли и воспаления в спине, шее, мышцах и суставах. Фастум-гель. Жизнь без боли – наша цель. Фиталакс – слабительное средство на основе фруктов. Слабительное Фиталакс – ключ от всех запоров. Фиталакс от компании «Эвалар». Эспумизан уменьшает количество газа в кишечнике и помогает сохранить уверенность в себе.
В животе шум и гам, принимай эспумизан. Якобс Монарх приглашает на День друзей. Любимый кофе, веселые игры, творческие мастер-классы, яркие развлечения и концерт группы «Город 312». День друзей с Якобс Монарх в твоем городе. Подробности на jakobsmonarch.ru. Как найти маньяка по одному волоску? Убийцу по сожженной спичке? А по пятнышку крови раскрыть тайну 200-летней давности? У нас была одна лаборантка, которая по каждой нашей экспертизе интересной просто писала детектив. «Тайны криминалистики» в четверг в 20:15. В Саратове в один из первых дней учебного года сразу после занятий неожиданно исчезает 11-летняя Эльнара Ягудина. Спустя несколько часов отцу девочки, известному в городе бизнесмену, приходит единственное смс-сообщение с требованием выкупа. Изучив записи камер видеонаблюдения, сыщики понимают, Эльнару увела Кадрия Мизинова. Она живет неподалеку от Ягудиных. Девушка из вполне благополучной и состоятельной семьи, воспитывающая 7-месячного сына. Итак, Кадрия Мизинова, 23 года, молодая мама. Ключевой персонаж этой истории. Что можно рассказать о Кадрие Мизиновой? Она закончила гимназию, а после поступила в государственный университет. В нем же трудилась диспетчером на факультете экономики и права. Любопытно, что в гимназии говорить о своей ученице отказались наотрез. А что вспомнят ее коллеги в университете? Мы попытаемся найти рабочее место Кадрии Мизиновой. Диспетчеры составляют расписание обычно. Обычное расписание и так далее. Но наши вопросы по поводу бывшей сотрудницы и студентки вызывают здесь только недоумение. Не может быть такого. Здесь не работали такие. Судя по всему, Кадрия старалась ничем не выделяться. О ее скромности и других положительных качествах говорят все знакомые и соседи. Она очень добрая. Воспитанная, вот, очень. Мы знаем ее с маленьких. Отзывчивая, да. Везде она, что везде бегала, помогала. Прям вот с ребенком она так занималась. Улица Большая Садовая, 324. Дом Кадрии Мизиновой. Когда оперативники входили сюда утром 7 сентября, они вряд ли предполагали, с каким кошмаром им придется столкнуться. Им сразу стало ясно, здесь что-то произошло. На первом этаже были обнаружены следы крови. Внутри помещения больше никаких следов не оказалось. Сыщики стали тщательно осматривать все надворные постройки. Эльнару нашли за соседним домом, рядом со сгоревшей собачьей будкой между гаражом и забором. Это было жуткое зрелище. С множеством колотых резаными ранениями. Некоторые ножевые ранения были уже причинены посмертно. То есть, когда девочка уже была мертва. Но и это еще не все. Тело девочки пытались сжечь. Позже соседи расскажут. Видели дым, но не стали поднимать тревогу. Хозяйка успокоила их, мол, все в порядке. Родители школьницы Эльнары в этом доме так и не появились. Им запретили сыщики, понимая, что сердце отца такой картины не выдержит. Сказали то, что... Держитесь, крепитесь. Девочка ваша не в живых. И вам ни в коем случае нельзя туда ехать. Вы ее даже, не знаете, там, сможете ли опознать. Просто я вам не советую ехать. И ни жене, ни вам. Потому что просто зверски убита ваша дочка. Кадрию Мизинову тут же взяли под стражу. На следующий день она дала признательные показания. 6 сентября 2011 года я забрала ребенка из школы. Посадила ее в машину, отвезла в сторону Золотого района. Затем там написала смс для родителей о выкупе. Затем после этого приехали ко мне домой. Вот. Она начала проситься домой. И в связи с этим я нанесла ей живое ранение и убила ее. Кажется, дело ясное. В этот момент у следователей нет сомнений. Убийство раскрыто.
Но почему потом для многих картина перестала быть столь очевидной? Давайте по порядку. Итак, версия следствия, подтвержденная первоначальными показаниями Кадрии Мизиновой. Она рассказала, как поджидала девочку возле гимназии. Ильнару это не насторожило, ведь они были знакомы. У Мизиновой, есть племянница, с которой вместе обучалась Ягудина Ильнар. То есть она знала эту Ильнару, поскольку постоянно также ходила на родительские собрания, забирала ее из школы и, соответственно, знала, с кем общается ее племянница, и она также с ним общалась. Далее Кадрия якобы предложила девочке поехать домой вместе. Погода в тот день была неважной. Это тоже сыграло свою роль. Намечался дождь, и чтобы не попасть под дождь, девочка, скорее всего, и также согласилась доехать с ней на такси. Ильнаре ничего не показалось подозрительным. Все-таки они направлялись в сторону ее дома. По дороге остановились купить пиццу. Мы заказали пиццу, затем взяли чай и сели примерно с правой стороны. За столик сели? Да. Кадры еще одного следственного эксперимента. Эта видеозапись сделана спустя 3 дня после убийства. Обратите внимание, подозреваемая дает показания в бронежилете. Следователи опасаются кровной мести со стороны родственников убитой девочки. Мизинова рассказывает о том, как она посылала то самое сообщение с требованием выкупа. И после этого через 2-3 минуты отправилась. То есть 2-3 минуты с какого времени прошло? После того, как мы здесь. Следователи могут предположить, почему Ильнара так спокойно отдала телефон. Мизинова попросила аппарат позвонить. Мол, у своего аккумулятор сел. А Ильнара никогда не отказывала в помощи, тем более человеку, которому доверяла. Нашла в записной книжке девочки отца, как он был записан, как Атика или Атикаечка, это что по-татарски отец называется. Вот. И с этого телефона с девочкиного направила ее отцу смс-сообщение с требованием о передаче 3,5 миллиона рублей за возвращение девочки. Еще через минуту этот телефон отправился в придорожную канаву по частям. Вы полностью телефон выкинули? Да, полностью. Батарейку, крышку, телефон оставил, сим-карты тоже. Они приехали домой к Мизиновой. Почему девочка и сейчас ничего не заподозрила? У следствия нет ответа на этот вопрос. Знакомые Ягудиных предполагают, Кадрия готовилась заранее. За несколько дней до этого отыскала одноклассницу своей племянницы Ильнару в одной из социальных сетей. Мы узнали, что она в одноклассниках, как бы там есть такое, как предлагать дружбу, ну, то есть переписываться. Ну, вот она таким образом, наверное, о чем-то там с ней общалась, разговаривала. Ильнар всегда как бы, ну, ей нравилось умно поговорить, вот что-то о чем-то там вот пофилософствовать. Вот она такая была, как бы интересно с ней было общаться. Они говорили больше 2 часов. А потом девочка вспомнила про свой телефон. Она начала просить свой телефон. Вот, что я не знаю, куда она хотела звонить или еще что-то. Просто она начала, что мне нужен телефон, телефон. Да и как-то ситуация вся вышла из-под контроля. Я стояла около раковины. Открыла первый с правой стороны под мойкой ящик. Там лежала. Во время первых допросов Кадрия подчеркивала, она не собиралась сделать гостье ничего плохого. Все якобы случилось спонтанно. Нож. Она в этот момент плакала? Ну, она не отпустилась домой. Ну, и нанесла, я не знаю, куда. Ну, я не знаю, куда в область, там живота и не знаю. Сколько ударов? Ну, несколько ударов было, не знаю, сколько. Позже это подсчитают эксперты. 44 удара. Ножевые ранения
приходились по различным частям тела. Девочка пыталась закрываться и, получается, по рукам. Во все тело, можно так сказать. В тот момент девочку уже искали родственники, а она была здесь. Ковер. Что, она прямо на ковер упала? Ну, не на весь ковер, на пол ковра. Mm. Вот. И все, завернула его, вышла с ней в коридор. Как считают следователи, хозяйка попыталась уничтожить все следы. Ничто не должно было указать на то, что девочка находилась за этим забором. Она вернулась домой, замыла все следы крови. Вымыла, так, ну, нож она до этого вымыла, и все. Ну, соответственно, у нее было какое-то, ну, нервничала она после совершения преступления, был какой-то шок. А когда наносила еще повреждения, она себе порезала также руку. Именно эту кровь видели сыщики, когда впервые вошли сюда. Что же произошло дальше? Вот что об этом рассказывает сама Кадрия. Ну вот, значит, я так и волокла. Все прям. Вот, волокла, потом вот сюда. Вот на утром уже вот, подожгла, и все загорело. Она не могла не понимать, что Ильнару будут искать. На следующее утро Кадрия появилась здесь, у дома Ягудиных. Ее видел брат девочки. Она вот здесь вот ходила, вот от мойки до магазина. То есть у нее такой маршрут был, она ходила. И подошла она оттуда, от мойки. Кадрия пришла вместе со своим маленьким ребенком. Вроде как прогуливалась. И как бы невзначай поинтересовалась, не нашли ли Ильнару. Я ответил ей нет, после чего она ушла. Она была с ребенком. Как бы в тот момент все были, ну, еще в шоке, и поэтому я не обратил внимания на этот вопрос. Вообще я не знал, что она не могла этого вообще знать про Ильнару. Уже через несколько часов в ее доме появились полицейские. Весть о том, что здесь произошло, молниеносно разнеслась по городу. В первый момент многие подумали, этого не может быть. Она голос не может повысить. Никогда, она, да, голос, она не повысит. Очень добрая. А чтобы руку поднять на кого-то, ну, ни за, ну, что просто не верить. Вот, у меня не укладывается в голове, честно. А вот... Я вот изначально не верила, и не верю, и не буду верить. Никто не верит. Не верю, нас. И не буду верить. Добрейший что человек. Что бы ни говори. Казалось бы, улики неопровержимы. Записано признание, прозвучали мельчайшие подробности из уст подозреваемой. Но спустя 2 недели после происшествия Кадрия начинает утверждать прямо противоположное. Мол, она оговорила себя. Преступление совершил другой человек. Агрохиллер. Революция в борьбе с борщевиком. Антибиотики, стрессы, дискомфорт в животе. Бифидум бактерин форте от дисбактериоза и дискомфорта. Бифидум бактерин форте поможет в 3 раза быстрее. Настал момент клеить обои и получать призы. В промоупаковках обойного клея «Момент» ищи подарок или реальные деньги. Делай ремонт, лови момент. Нивея дарит вам настоящие моменты наслаждения. Молочко алоэ вера интенсивно увлажняет. А экзотический аромат карамболы пробуждает чувства, нежные, как ваша кожа. Наслаждайтесь заботой о коже с Нивея. Когда боль останавливает вас, используйте Нурофен гель. Он направленно воздействует на источник боли, возвращая вас к жизни. Нурофен. Направленное действие против боли. Нужна точность. И щедрость. Добрый. Это когда в каждом литре больше килограмма. Добрый. Больше килограмма яблок в каждом литре. Мечтаете об отпуске? Приготовьтесь к летнему отдыху с Linux. Прием Linux перед поездкой помогает подготовить кишечник к смене еды и воды и снизить риск кишечных расстройств. Linux. Настройтесь на новую еду. Этот день будет твоим. Взгляни на мир по-новому. И ночью ищи вдохновение вокруг себя. Это твой путь.
Hugo Man. Hugo Just Different. Ароматы для мужчин. Якобс Монарх приглашает на День друзей. Любимый кофе, веселые игры, творческие мастер-классы, яркие развлечения и концерт группы «Город 312». День друзей с Якобс Монарх в твоем городе. Подробности на jakobs-monarch.ru. Филеева. Мясные колбасы. Хлеб с нутеллой идеально дополнит питательный завтрак. И с самого утра даст вашему ребенку заряд энергии для физической и умственной активности. Нутелла – это отборные лесные орехи, молоко и какао. Нутелла – энергия нового дня. Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин Гафт. По ту сторону волков. В воскресенье на канале ТВ-центр. Барские. Ты все сделал правильно. Объединяя лучшее, мы предлагаем новое многообразие расцветок ламината с повторяющимися рисунками линолеума, таркет и синтероз. Пол, о котором не нужно беспокоиться. Спрашивайте в сети магазинов «Ветеран». Телефон 339-470. Какая комбинация? Выход 1-1, удар! Реальному фану все по барабану, кроме фантастиш-цен. Ноутбук Lenovo, двухъядерный процессор AMD, графика AMD Radeon всего за 11 999 рублей. Медиамаркт. Открытое акционерное общество РЖД продает базу отдыха, состоящую из 15 зданий, расположенную в Саратовской области, Ртищевский район, село Нижнее Голицыно. Телефон в Воронеже 265-32-93. Петр I привез в Россию немцев, которые научили русских готовить правильную колбасу. Русские мастера превзошли своих учителей, а деревню, где делали вкусную колбасу, назвали Филеево. Филеево. Мясные колбасы. Кадрия пишет письма домой. И в них она убеждает, что никого не убивала. Интересно, что прежде чем эти письма попадают в руки матери, в них что-то зачеркивают и только после этого ставят штамп цензуры. Но мы прочли здесь несколько интересных вещей. Например, ищут убийцу, а что его искать, если он на виду? Конечно, это просто выгодно. Или вот еще, бьюсь об закрытую стену, говорю, а меня не слышат. Что это? Хитрость? Или нужно отнестись к ее словам серьезно? Давайте послушаем адвокатов Мизиновой. Посмотрите, вот вход в гимназию, вот видеокамера над ней. О том, что в гимназии работает камера наблюдения, о том, что внутри стоят мониторы у охранника, Мизиновой было известно. Скажите, может ли нормальный человек пойти на убийство, зная, что его сняли на видеокамеру, эта запись хранится, она записана, что его видели люди, которые его знают, вместе с человеком, который, как утверждает в дальнейшем обвинение, был убит. Дом Кадрии Мизиновой. После убийства в него не впускали ни одного журналиста. Исключение сделали только для нашей программы. Та самая кухня, предполагаемое место преступления. Это только по версии сыщиков, подчеркивает адвокат. По материалам следствия, убийство произошло на этой кухне, и тело потом было вынесено отсюда, верно? Версия следствия опровергается уже простым осмотром обстановки на этой кухне, где все очень чисто и белоснежно. Эта стена не мылась с момента 6 сентября 2011 года. Ее не моют, она покрыта краской, которую не моют. Она белоснежна. По версии следствия, у этой стены человеку было нанесено 46 ножевых ранений. Между тем, вы сами можете видеть, что на оперативных фотографиях крови на стенах достаточно, на других стенах. Защитник Мизиновой убежден, ни один преступник никогда не сделал бы так, как описывают сыщики. Если бы человек совершил убийство и хотел спрятать труп, и имел в своем распоряжении целую ночь и даже больше по времени, на таком участке он мог бы за это время закопать труп.
Адвокат выискивает и считает нестыковки в деле. Здесь, мол, многое противоречит здравому смыслу, а Кадрия вполне здравомыслящий человек. Нужно просто очень хотеть, чтобы тебя изобличили и посадили, чтобы вместо этого всю ночь прятать труп, а утром в 9 утра выбрать самое людное место, самое оживленное место и начать там его уничтожать сжиганием. В любом случае остается вопрос, кто и зачем же тогда совершил это, в общем-то, непродуманное похищение, а после подбросил тело ребенка во двор Кадрии Мизиновой. Согласно альтернативной версии, это сделал человек, который теперь угрожает смертью ребенку подсудимой, если та проболтается. Хочу отметить ту ситуацию, что изначально, с самого момента расследования уголовного дела, органы следствия пошли по единственному пути, по которому они признали почему-то единственно верным, отметая все другие версии. И все-таки у следствия есть аргумент, который может многое объяснить. Речь о мотиве, который мог толкнуть даже молодую маму и прилежную студентку на похищение ребенка ради выкупа. Далее в программе «Доказательства вины». Все дело сфабриковано, меня пытали. Безжалостная убийца или жертва обстоятельств? Рождение ее собственного ребенка совпало с арестом мужа. Полное оправдание или пожизненное заключение? Мне не удовлетворит ни одно решение суда. Если улик так много? Есть неопровержимые доказательства. Почему кто-то верит в ее невиновность? Просто не может она вот поднять руку на ребенка, имея своего малюсенького. Доказательство вины. Последний урок. Смотрите далее на канале ТВ-центр. В Саратове похищена и убита 11-летняя Эльнара, дочь крупного бизнесмена Эльдара Ягудина. Ее полусожженное тело с десятками ножевых ранений обнаружено во дворе дома, где проживает Кадрия Мизинова. По версии следствия, именно она похитила девочку, пытаясь решить свои финансовые проблемы. Но сама подозреваемая настаивает, все было по-другому. Теперь семье Мизиновой в этом городе живется нелегко. Ребенка пришлось переводить в другую школу. Хотели переехать, да продать дом не получается. Никто не хочет становиться там хозяином. Даже в мечеть Мизиновы перестали ходить, не хотят косых взглядов. Дела в этой семье разладились не сейчас, гораздо раньше, когда мужа Кадрии, Рамиля Рафикова, арестовали. Вот кадры его задержания. Оперативная съемка сделана зимой 2011-го. В последнее время Рафиков состоял в одной из крупных группировок, которая действовала на территории города Саратова. Это группировка «Заводские», значит, которая специализировалась на совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Обвиняемому потребовался хороший адвокат. Услуги такого юриста стоят недешево. Кадрия, как преданная супруга, из кожи вон лезла, пыталась сделать все возможное для своего супруга. Под адвоката она занимала большие суммы денег. Людям, у которых она занимала, она говорила неправду, говорила, надо вот ребенку на операцию, попал в аварию, у меня мама болеет, ну, различные предлоги. Беда пришла не одна. У Кадрии умер отец, который помогал ей деньгами. Появление ребенка в этих условиях еще более усугубило ситуацию. Долгов оказалось слишком много. Их надо было возвращать. И, как считают сыщики Следственного комитета, загнанная в угол Мизинова задумала похищение ребенка богатых родителей. Как легкий способ решения тяжелых проблем. Задумала, но не продумала. Может быть, это обычная глупость, потому что столько непродуманных шагов, возможно, каких-то совершенно непонятных ошибок вот с точки зрения преступника, потому что она засветилась как минимум раз пять. Вот. Ну, это можно объяснить тем, что ее постоянно начали кредиторы ее донимать, давай деньги, давай, давай, и не продумав весь план с
своих действий. Она вот пошла на совершение данного преступления. Допустим так. Но неужели она рискнула совершить похищение без посторонней помощи? На такие преступления обычно тратят большие ресурсы. Их планируют тщательно, продумывают до мелочей. А тут все скорее похоже на женскую истерику. Следователи полагают, что попытки найти подельников все же были. Живущие в этой квартире два брата, друзья супруга и хорошие знакомые Кадрии Мизиновой. Когда вот все, мужа ее забрали, кто-то с нее там требовал миллион, адвокат или я не знаю кто. Да. И она вот это, обратилась к Денису. Юрка, к вашему вообще, сыну, да? Да. Мама братьев, спрятавшись за дверь, рассказывает нам, как стала невольным свидетелем разговора своего сына и Кадрии. Обратилась, и что она ему сказала? Что ей надо похитить. Хозяйка этой квартиры по-своему попыталась предотвратить преступление. На сына повлиять смогла. Они отказались. То есть, видать, осмыслили то, что данное преступление довольно-таки тяжкое, получит большой срок. А вот на Мизинову доводы, похоже, не подействовали. Он ее всячески, Денис, отговаривал. Говорит, у тебя дом, продавай дом, там вытаскивай этого раба своего. Но она вот до последнего что-то ей в голову. То есть была возможность ее остановить? Ее останавливали, но она неуправляема. Но есть люди, которые считают иначе. Людмила Рафикова, свекровь Кадрии, неплохо изучила невестку. Они жили в одном доме. Ну, перенесла она как-то, конечно, переживала это все, переносила ситуацию, но... То, что что-то сделать вот такое плохое, вот убить, тем более, там, что-то совершить, ну, я не верю в это. Вот как хотите, я не верю. Просто не может она вот поднять руку на ребенка, имея своего малюсенького, и сделать это какое-то преступление. Следователи полагают, когда Мизиновой удалось заманить дочь бизнесмена в свой дом, некоторое время все шло так, как она и задумывала. Но первая же сложность вывела ее из равновесия. А правда, что она могла в какой-то момент сказать «стоп» и сейчас бы ходила на свободе? Могла бы. Если бы на тот момент, когда девочка начала психовать, она ее отпустила бы, то ей бы ничего и не было. Есть такая норма в законе, да? Да, есть. Лицо, добровольно освободившее человек, освобождается от уголовной ответственности. Эксперт Марина Шашкова – одна из тех, кто исследовал личность Мизиновой. Кадрия разговаривать с психологом отказалась. Марине пришлось изучать поведение девушки по видеозаписям. Это были определенные жизненные обстоятельства, которые вообще способствовали мысли, возникновению мысли о совершении похищения ребенка. Это и то, что у нее рождение ее собственного ребенка совпало с арестом мужа. А с другой стороны, безусловно, это такие особенности, как невысокие или неразвитые морально-нравственные нормы, социальное какое-то сознание, потому что вот эта вот неразвитость способствовала как раз мысли ее о краже и впоследствии о такой вот страшной развязке. У родителей девочки, как и у следствия, виновности Кадрии Мизиновой сомнений нет. Есть неопровержимые доказательства. То, что девочка была именно убита именно в ее доме, сожжена именно в том месте. То есть, чтобы кто-то, незнакомый человек, пришел в дом, там убил и потом опять сжег, такого не может быть. Эмоции страшные, ужасные. Хотелось просто разорвать этого человека. И я нисколько не сомневаюсь, что сделала она. Кадрия продолжает настаивать, не убивала. Мы записали с ней интервью между судебными заседаниями. До этого момента она ни с кем из журналистов не общалась принципиально. Но, видно, молчать больше мочи нет. Все дело сфабриковано, меня пытали. В СИЗО у меня отобрали документы, по которым я готовилась к суду. Чтобы вернуть их, я была вынуждена объявить голодовку. После 7-дневной голодовки мне все вернули. И после беспорядков, который был в СИЗО, в мою защиту. Ее адвокаты собираются яростно отстаивать свою позицию перед присяжными. По
пока они не раскрывают всех своих карт, надеясь на настоящую состязательность сторон в этом процессе. По данному делу нельзя добиваться осуждения человека, невиновного в совершении преступлений. Из материалов дела я вижу, что Кадрия Мизинова невиновна. Дом Ягудиных. Здесь всегда было многолюдно и шумно. Раньше, до смерти Ильнары. Сейчас как будто вот тишина. Вот все тихо. Как-то даже стараемся друг другу много вот не говорить, молча рядом находимся, потому что очень больно все это. И сейчас, конечно, очень не хватает ее. Вот, на самом деле, вот просто как вот как сердце вот просто взяли, мне отрезали. Очень не хватает ее. Я не знаю, как с этим жить вообще. Иногда сюда приходят ее подруги, как сегодня. Они долго рассматривают фотографии, каждая обязательно что-то вспоминает о том, каким ребенком была Эльнара. А после поднимаются в комнату школьницы на втором этаже дома. Первое время даже было страшно подниматься, потому что вот ты заходишь, она кажется, постоянно... Кажется, как будто она придет. Да, вот с лесенки прибежит, что-нибудь всегда скажет, там, посмеется. И скажет, маме, можно я к ним поеду? Или можно они у меня останутся? Вот. Потом еще, вот сейчас так странно, когда мы едем на дачу или еще куда-нибудь едем, а Эльнара с нами нет. Алия и Эльнара Ягудины мало разговаривают. Они еще не пришли к окончательному осознанию того, что их 11-летней принцессы больше нет. И такого они ждали, когда растили и воспитывали долгожданную дочь. Наверное, даже Бог не наказывает. А чего они ожидают от представителей правосудия? Мне не удовлетворит ни одно решение суда. И все-таки какого бы вы хотели наказать? Как минимум пожизненного заключения. Как минимум. Иногда они выходят во двор дома. На этой карусели когда-то каталась их дочь. Падала и вставала. Получала первые уроки жизни. Училась доверять себе и другим. Кто же знал, что последний урок окажется таким жестоким? Судьбу Кадрии Мизиновой решат 12 присяжных. Их отобрали из обычных жителей города – врачей, учителей, инженеров. Они за время процесса, возможно, не раз изменят свое мнение. А вот стороны твердо стоят на своем. Кадрия требует полного оправдания, а потерпевшие хотят, чтобы она отправилась в тюрьму на всю жизнь.